Теперь вы это знаете. Вопрос. Что такое генеральная уборка и при чем здесь Камчатка? Ответ. Федеральный проект «Генеральная уборка» утвержден в 2021 году. Его цель – ликвидация экологически опасных объектов на территории России. На Камчатке было принято решение поднимать со дна Авачинского залива затонувшие корабли. Всего же в реестре Краевого Росприроднадзора числятся 70 затонувших судов – те корабли, чьих собственников удалось установить. Но есть под водой и несколько десятков совсем бесхозных кораблей, катеров, лодок. Каждый год поднимают по несколько десятков судов. Теперь вы это знаете.